Все зависит от болезни, от стадии болезни. То есть, если это что-то легкое, я могу и так перенести на ногах. А так вообще стараюсь к врачам не обращаться. Ну, потому что к ним попадешь, они либо залечат, либо будут лечить вообще не то, что у тебя болеет. Это уже пройденный этап на самом деле. Лекарствами, конечно. Я вызываю врача. У нас есть врач участковый. Она все прописывает, все выписывает. Если надо, едем в город. Там тоже больница, врачи наши. Так что все нормально пока. Не лекарствами? Ну, всем. Лекарствами, естественно. Я стараюсь не болеть. А у меня в семье есть врач, поэтому меня лечат традиционными средствами, да. Лекарствами, все лекарства. Ну, хожу в аптеку, покупаю лекарства, какие-нибудь терафлю, да и все. Больница даже отканом за ек сутка реанимация дает, да. Сон 10 кун, 15 кун палата дает, ходит. Ну, түзеттілерді, жақсы болдық. Аллаға шүкір. Бана енді дәрілерін жазып берділер, ішіп отырамыз. Не дегенді, чаремыз жоқ. Ну, в крайнем случае, действительно, травы завариваю. Ну, а вообще, я думаю, что все болезни, это, понимаете, от веры, от души. Какой-то человек, если ты завидуешь, если ты злословишь и так далее. Вот я почему-то в этом уверена, оттуда все болезни. Поэтому желаю, дорогие друзья, всем здоровья крепкого, всего самого хорошего, благополучия, любите друг друга и помогайте друг другу.